Всем доброго времени суток, вы на канале HardWizard.info, это телефон Redmi Note 9, и сейчас я вам покажу, как на данном устройстве можно включить режим чтения. Для того, чтобы это сделать, мы переходим в настройки, после этого выбираем экран, выбираем режим чтения, включаем его, и после этого можем автоматически настроить уровень, затемнение экрана. Можем настроить использование по расписанию, то есть сначала, например, будет в 10, конец, в 6 утра. Или же просто выбрать опцию после заката, что будет включать этот режим автоматически после того, как телефон определит, что солнце зашло. Я выключу использование по расписанию и, собственно, выключил уже сам режим чтения. И на этом все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч, ребята. Пока.